В Казахстане на этой же неделе начался другой, не менее громкий процесс. Суд Талдыкоргана приступил к делу рядового Челоха. Его обвиняют в убийстве 15 человек на посту Арканкерген. Пока прошли только предварительные слушания. В понедельник основная фаза судебного процесса. И сразу после трагедии, замечу, весной было тогда очень много версий, вплоть до терроризма. Но на скамье подсудимых сейчас оказался только Челох. Мы будем следить за развитием событий.